Давненько не было обзоров на нестареющую классику, сегодня как раз такой. С вами Евген, это канал Бриолина Мания, поехали! Самая хардкорная помада от фирмы Murray's. Можно мазать как на сухие, так и на влажные волосы. Консистенция тугая до нельзя, растереть в руках практически невозможно, поэтому без фена сегодня никак. Я прям даже отвык уже от таких стайлингов, потому как длина волос и правильная стрига позволяет уложить помп более приветливыми штуковинами. Кстати, не забудьте подписаться на канал. Я буду мазать на сухую, поэтому уже подготовил волосы в форме предполагаемой прически. В данном случае это помпадур. Берем Murray's. Ну, я думаю, хватит. В общем, топим прямо на руках и топим достаточно долго. Это печалька. Печалька. Теперь он более-менее растирается. Наносим. О! Ну, не самое простое нанесение. Берем афропик и вычесываем помп. О! Тут прям хоть фототопчик площадку то есть делай. Ну, зато помп, наверное, получится крепкий, прикрепкий. Давайте посмотрим поближе. Устроим трэш-тест. Ну, предположим, вы попали под дождь. Допустим, дождь был настолько сильный. Ничего страшного, лишь бы он не был холодный, это все не застыло нафиг. Ну, как видите, помп очень легко потом восстановить с помощью расчесок. Подведем итоги. На мой взгляд, Murray's Extra Heavy является бриолином для опытных чуваков, которые уже многое что попробовали. Так как он не очень прост в нанесении, но, правда, держит он действительно на совесть, если особенно вмазать побольше. Ароматическая композиция уносит нас в далекий 1925 год, в старинный какой-нибудь Мемфис или Чикаго. Помада практически не блестит. В моем случае я бы сказал, вообще не блестит. Ну, может, чуть-чуть. Смывка. Если вы мажете так же много, как я, не надейтесь, что смоется. Нет. Но есть один способ его смыть достаточно быстро. С помощью шампуня и кондиционера для волос. Смотрите вот этот ролик, там более подробно рассказано. Сейчас немножечко спойлеров. В ближайшее время будут обзоры на Русака, что-нибудь возьмем из Шмира. Ну и у меня уже на подходе мой медведь помейд water-based, смывающийся и не блестящий. Не забудьте подписаться и поставить лайк! Это канал Бриолина Мания. Всем пока-пока!